В рамках рабочего визита Сергей Морозов осмотрел производственные площадки компании «Легрант», после чего принял участие в заседании Совета по промышленной политике. После награждения лучших работников и организации отрасли губернатор призвал всех руководителей предприятий сделать 31 декабря выходным днем для своих подчиненных, чтобы люди могли больше времени провести в кругу семьи и друзей. Будем просить вас, уважаемые работодатели, что касается чиновников, это моя прямая, там, что называется, зона ответственности, 31 числа сделать выходной день. Мне кажется, люди, конечно, с нетерпением этого ждут, все труженики, потому что 31 все же это такой домашний уже день. Надо готовиться, настроение, в конце концов, соответствующим создавать. Сергей Морозов отметил, что последний день года людям хочется провести дома в приятных хлопотах рядом с родными и близкими. Поэтому просил присоединиться к этой инициативе всех работодателей Ульяновской области. Наталья Чумаченко, Данил Сурков. Новости Улправда ТВ.